Южно-Сахалинске стартовал педагогический дебют. Очный этап конкурса объединил 16 преподавателей из Александровско-Сахалинского, Ахи, Южных Курил, областной столицы и Корсакова. Это победители заочного этапа, заявки на которые подавали более 20 конкурсантов. Их образовательные проекты, эссе и конспекты занятий жюри признали лучшими. Педагогический дебют рассчитан на учителей, воспитателей и преподавателей дополнительного образования, стаж работы которых не превышает 3 года. Оценивать их мастерство будут педагоги, прошедшие конкурсы мастерства «Учитель года» и победители педагогического дебюта прошлых лет. На результат повлияют и открытые уроки. Это все-таки профессиональный рост. Это такая возможность показать себя, дать свой, наверное, первый в жизни открытый урок, рассказать о том, чему они научились за там, год, за два и за три. Ну, а мы, как члены жюри, оценим. Итоги подведут 24 ноября. Победители конкурса отправятся представлять Сахалинскую область в Санкт-Петербург на всероссийском этапе. Он состоится в марте 2024 года.